На Ставрополье разрабатывают программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на совещании по обеспечению экономической стабильности в крае. Программу инициировал президент России. Благодаря господдержке производственные мощности ставропольских предприятий ОПК расширяют. В Ставрополе в этом году запустили новый производственный цех общей площадью 5000 квадратных метров. Практически все промышленные организации края, использовавшие импортную продукцию, перешли на отечественные аналоги. Глава региона обратил внимание на развитие системы социальных гарантий для трудовых коллективов оборонных производств. Помимо этого, в крае расширяется комплекс мер экономической поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, в их числе льготные займы. Губернатор поручил ускорить подготовку необходимых документов. В этом году в 11-й школе станицы Галюгаевской откроют точку роста. В центре дети будут углубленно изучать предметы естественно-научной направленности, сообщили в региональном министерстве образования. В помещениях учреждения проведут ремонт, а также закупят оборудование и мебель. Создадут точку роста в рамках нацпроекта образования. В селе Левакумки капитально ремонтируют Дом культуры. В учреждении укрепят стены и фундамент, обновят фасад, внутренние помещения и концертный зал, сообщили в региональном министерстве культуры. Вокруг ДК проведут озеленительные работы и обустроят входную группу для маломобильных посетителей. Все работы пройдут в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В поселке Встречном построят фельдшерско-акушерский пункт. Там оборудуют кабинет для неотложной помощи, комнату для планового приема и процедурную, сообщили в региональном Минздраве. Медучреждение оборудуют необходимой техникой. Все работы проведут в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить строительство планируют в этом году.